Это может говорить о том, что здесь что-то побывало паранормальное, возможно, призрак. Твою мать. Привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. За последнюю неделю я проверил множество мест на наличие призраков. Но мне не везло. Паранормальной активности не было. Все это длилось до тех пор, пока я не остался на ночь в старинной усадьбе. За всю историю канала я видел многое, но то, что мне удалось зафиксировать здесь, кардинально отличается от всего снятого мной материала. Такого поведения призраков я никогда не видел в своей жизни. За свою историю 2,5 века, по многим причинам, усадьба поменяла множество хозяев, а в советское время использовалась как школа-интернат для детей испанских коммунистов, пионерлагерь и спецшкола для детей-инвалидов. Здесь были и счастливые моменты, а также были и трагедии. Это место настолько старинное и настолько богатое историей, из-за чего я был уверен, что в этой усадьбе я смогу заснять призрака. И я действительно что-то снял. Вот это да, друзья. С одной стороны, от вида этой лестницы меня бросает восторг, а с другой – ужас. Знаете, есть некое такое, которое наводит страх, когда смотришь на такие лестницы заброшенные. Так, пожалуй, я начну сначала с правого крыла, исследуя правое крыло, потом левое. И потом уже второй этаж и третий. Сегодня еще идет дождь. Наводит некие такое неприятное ощущение на вот. И, возможно, помешает съемкам. Сильно гремит. Здесь тупик.
сейчас была какая-то помеха по рации. Да блин. Веселее. Я не понимаю, рация будто бы что-то ловит. Какой-то сигнал. Есть кто-нибудь на связи? Есть кто-нибудь на связи? Там есть кто-нибудь? Там кто-нибудь есть? Итак, друзья, сейчас произошло две вещи сразу. Это не может быть совпадением, то есть помехи по рации, а потом скрип. Если бы это было по отдельности, это можно было бы назвать совпадением или случайностью, но не сейчас. Надо попробовать проверить на Эми. Тут есть кто-нибудь? Опять рация. Тут есть кто-нибудь? Может, ближе к полу надо? Вот, видите, здесь есть остаточная энергия. Вот здесь уже она теряется именно в этом месте. Это может говорить о том, что здесь что-то побывало паранормальное, возможно, призрак. Итак, друзья, в данный момент я решил посадить туда куклу. Это будет действовать как ловушка, и если кто-то до нее дотронется, то она подаст знак. Также установил камеру, камера номер один. По ощущениям, начала как-то странно болеть голова. Не знаю, в чем причина, но такое здесь чувствуется. Маленькая головная боль. Все в паутинах. Твою мать. Она сработала. Она сработала, друзья. Значит, кто-то был сейчас сзади меня. Тут кто-нибудь есть? Идут явные сигналы. Ты можешь подать мне знак на рацию? Какой-нибудь радиосигнал?
это еще что? Сейчас было, были звуки не из-за дождя, это было внутри. Пожалуй, я возьму куклу с собой. Если кто-то будет рядом, то она подаст знак. Камеру оставлю здесь. Какие-то звуки. Но это скорее всего из-за дождя. Откуда-то отсюда, по-моему, раздался тот противный звук. В одно время интересное. И в то же время жуткие следы маленьких рук в пустом здании наводят на разные странные мысли. Кто тут? Твою мать. Ну давай же, дотронься до нее еще раз. Друзья, это пипец. Сейчас получается, кукла была сзади меня, пристегнута к рюкзаку. Это получается, оно касалось, дотрагивалось либо до меня, либо проходило очень рядом. Нужно проверить на имя. О, черт. Здесь гораздо больше сигнал присутствия. Оно явно сейчас здесь. Это также отражается на головной боли. Голова начинает болеть сильнее. Итак, друзья, я установил прибор импульсами питающий паранормальные сущности. Он сейчас работает. Здесь есть кто-нибудь? Мне сейчас показалось, что был ответ. Да. Кто ты? Охренеть. Я сейчас четко слышал. Я дух. Ты давно
тут находишься. Чё с ним? Что такое? Включайся, твою мать. Давай же. Что еще было? Твою мать. Охренеть. В темноте кукла моя унесла туда, в те двери. Охренеть. Рацию тоже отнесло. Дух, зачем ты взял мою куклу? Он сказал мне я. А кто? Черт. Это все из-за этого прибора. Она там. Кто-то пытается ее выключить. Это что? Крепление. Кто тут? Твою мать. Долбаная рация. Я отключу. Твою ж мать, что это? Фонарик не включается. Она, походу, воздействует на мои приборы световые, которыми я свечу. Итак, друзья, я включил ночную камеру и взял обычный фонарик. Так мне кажется, что она бьет именно по источникам света. Вон моя кукла.
Охренеть. Какие силы могли ее сюда притащить? Установить здесь камеру и забрать куклу. Там есть кто-нибудь? Твою мать. Там кто-нибудь есть? Что-то пронеслось. Вы слышите? Это ветер? Нет, это не похоже на ветер. Это похоже на какой-то хрип. Тут есть кто-нибудь? Здесь кто-нибудь есть? Там есть кто-нибудь? Хрип идет оттуда.
шипит. Там есть кто-нибудь? Кто там? Выключил. Точно, выключил. Здесь есть кто-нибудь? Друзья, кроме вот этого ботинка старинного, в этой комнате никого нет. Так, друзья, мне уже сильно разболелась голова, поэтому я решил оставить куклу, рацию и три камеры в усадьбе, а сам сейчас пойду в кемпер. Итак, друзья, сейчас нахожусь в кемпере, в доме на колесах, недалеко от усадьбы. Там установлены три камеры, но планшеты на такое расстояние не берут, я их не подключал. У меня там рация, здесь вторая. Буду ждать, греться и слушать, если вдруг что-то передастся по рации с усадьбы. Опять та же колыбельная. Охренеть. Кукла. Она упала.
Здравствуйте, друзья. Я, в общем, собираю все камеры, все оборудование и ухожу. После просмотра и конечного монтажа я сделаю заключение. К сожалению, на оставленных мною камерах запечатлеть призрака, которого я видел в углу лестницы, мне не удалось. Удалось заснять только странную пыль. Но от чего она взялась, я и представить не могу. Тем более в такую дождливую погоду. Но то, что я заснял в углу лестницы, я на 100% уверен, что это призрак. Я думаю, что это один из тех призраков, который либо сам себя назвал, либо пришедший, который забрал куклу. Давай же. Почему я думаю, что это именно призраки? Дело в том, что ни один не пытался мне навредить, не кидал меня предметы и не делал ничего плохого. Конечно, мне было страшно, и у меня разболелась голова. Но, как я вижу, призраки этой усадьбы не пытались меня напугать. На этом, друзья, все. Я буду ждать ваших комментариев, что вы думаете об этой усадьбе. А на этом все. До скорых встреч. Всем пока.